провести позапланову перевірку торгово розвлекательних комплексів, видовищних закладів, загальноосвітніх шкіл і інших подібних об'єктів. Тому ми з вами зараз період перевірки проводиться і навчання діям у надзвичайних ситуаціях, як керівництва і охорони об'єкта, так і людей. А як людина може відкрити достатньо? Я хочу розбити, я жінка, я не хочу. Чтобы не поднимать панику, мы проводили всегда обучение, когда ТЦ был закрыт. То бишь до 10 часов, с 9 до 10. В это время у нас совместно со всеми службами нашего ТЦ, со всеми арендаторами, если помните, в прошлом году проводили. Поэтому сейчас тоже, чтобы панику не поднимать с людьми, да, сама система оповещения была вот в таком приглушенном режиме. Поэтому она должна работать целиком и полностью, так как положено, сирена, все слышат, окружные районы слышат, все это, конечно же, должно работать. Была сработка администрации объекта, в 11 часов администрация сообщила о пожаре, вот, на пожар, ну, вы видели, наверное, да, приехали все службы в полном объеме, наша служба. Приехала служба скорой помощи, полиция и так далее и тому подобное. В принципе, я могу сказать, что сработали на все 5 баллов.